Всем привет. Ноты H сегодня вот с такой проблемой при подсоединенном кабле зарядка не идет. Думаю, проблема в разъеме зарядки. Самое простое, что можно поменять. Такие же проблемы раньше возникали на шестых Galaxy, вот, решались заменом разъема, и все заряжалось после этого. Как видите, да, постоянно скачет. Отсоединяем, снимаем крышку, батарейку, разбираем телефон и меняем разъем. Очень редко приносят телефоны на ремонт. Не знаю почему. Довольно давно уже Note H был анонсирован, по-моему, в конце 2014 года. Сентябрь или октябрь. То есть уже 2 года прошло. Мне доводилось разбирать этот телефон всего пару раз. Не знаю, как в России, на Украине, в других странах. Но у нас почему-то то ли он очень качественный, то ли его просто не покупают. Так как покупали Galaxy 5, 6, 4. Как покупают Galaxy Note, вот, скорее всего, второй вариант. Не знаю почему. Довольно качественный смартфон, камера, дисплей, процессор, ну и все, что касается технических характеристик, довольно высокие. Вот, мне доводилось один раз менять дисплейный модуль. Кстати, так и не удалось записать. Не помню, почему уже. Итак, снимаем заднюю рамку. Шлейф, как видите, можно заменить еще проще. Но мне кажется, будет дороже, если мы заменим шлейф целиком. Проще будет. Дешевле, точнее, будет заменить сам разъем. Отстегиваем кнопки меню. Как видите, здесь это намного удобнее, чем в 6-х и 7-х Galaxy. Снимаем черный винтик. Аккуратно отсоединяем нижний модуль. Как видите, никаких препятствий здесь нету. Все просто. Даже вот этот хомут можно снять. Он снимается не так, как на 6 Galaxy, он наклепан. Вот, поэтому устанавливаем данный модуль, нижний модуль. Зажим, снимаем. Очень тонкий текстолит, поэтому обратите внимание на температуру. Я выставлю 300 градусов.
подъем. Снимаем компаунд. Удаляем крепой, остатки компаунда. Так. Новый разъем. Было бы, конечно, посадить на феном, точнее, очень тонкий декстолит. Не хочу лишний раз перегревать его, нагревать. Считаю, лучше очистить и посадить без лишнего перегрева. Контакты паять лучше под микроскопом. Так удобнее. Вот без микроскопа вроде получилось. Сейчас проверим под микроскопом.
Очищаем. Все готово. Пристегиваем модуль, не глядя на ощупь. Как говорится, винтик коаксиальный кабель. Так, он белый у нас был, по-моему, подним. Сверху шел красный. Зарядному устройству. Ну, как видите, совсем другая картина. Зарядка пошла. Не забывайте заглушку. Совсем простая замена. Любой может заменить. 15 евро стоит у нас. 15 или 20, не знаю точно, как-то так. Все, собираем телефон. Еще раз, это у нас была Note Edge, код названия телефона, можете прочитать. 915F. Попробую включить. Включился с 1%. Красивое боковое меню вот это у них. Шикарно смотрится. Очень качественный, красивый дисплей. Ну да ладно, пусть заряжается, возвращаем клиенту.
Всем спасибо за внимание, друзья. Это был Note Edge. Впервые снимаю этот телефон. Всем спасибо за внимание. Удачи. Подписывайтесь, комментируйте. И до новых встреч.